видео будет о мегалитической Индии, так называемый Малиабад форт. Расположен он в центральной части Индии, и я могу сказать, что не побоюсь этого слова, что там действительно гигантские мегалитические блоки. Очень малоизвестное место, мало кто о нем слышал, мало кто о нем знает. И я сам поразился, насколько там гигантские блоки. Сам по себе он небольшой, но вот... И я первый скажу, что там как минимум три вида кладки. То есть такое я уже видел, например, я делал видео по Саудовской Аравии. И то же самое, мы видим три совершенно различных вида кладки. Первая напоминает перуанскую полигоналку, там гигантские блоки. Вторая кладка так более-менее, там щели, зазоры, стыки, криво-косо. А третья просто сложенные блоки друг на друга, которые относительно небольшие и, ну, все очень примитивно. Ну и, разумеется, меня заинтересовала самая, ну, я думаю, что она самая древняя кладка, которая самая наиболее совершенная. Явно, что это место неоднократно разрушалось, но как минимум три раза его переделывали, перестраивали. И то здание, которое из самых больших, самых гигантских блоков, скорее всего, что оно наиболее древнее и наиболее, ну, разумеется, наиболее совершенное. Я уже делал несколько видео по... ну, древним гигантским мегалитическим сооружением в Индии, но этот форт, конечно, тоже ничуть не уступает им, и, к сожалению, там очень мало сохранилось, по крайней мере, сохранилось несколько стен, и они, конечно, ну, как по мне, так удивительные. Одна из стен очень сильно напоминает перуанскую полигональную кладку, и если бы человек там не был, то он, в принципе, если он неопытный, то мог бы даже и перепутать. Иногда подобное сооружение я видел немножко в Японии, видел немножко в Анатолии и вот в Перу. Есть еще немножко, правда, в Греции и в Италии. Тоже вот подобные полигональные кладки, которые датируются временем этрусками, до этрусков. Некоторые говорят, что это сооружение пелазгов. Это речь про Италию и Грецию. А кто строил в Индии, пока толком непонятно, пока толком неизвестно. Видно, что кое-где брошено, кое-где недостроено, брошены гигантские блоки. Там, где стыки, ну, такие очень грубые, где зазоры большие, в принципе, меня это почти не интересует. Меня интересует только кладка там, где совершенные стыки, где есть полигональные признаки кладки стены, и где наиболее крупные гигантские блоки, и где они наиболее идеально состыкованы. Вот это меня больше всего интересует. Теперь я скажу, что это место малоизвестное, мало кто о нем знает, и, конечно, вот удивительно, что вот в разных частях света находят какие-то сооружения, сложенные из каких-то блоков, которые никто непонятно когда построил. Ну, официальная версия обычно про Индию. Я даже не заглядываю в Википедию, честно скажу, я еще туда не заглядывал, датировка этого сооружения. Но я могу навскидку сказать, с 3 века по 13-14 век... Обычно приписывают какому-то царьку местному какому-то, и вот якобы это он все построил. А то, что там три вида совершенно разной кладки, это никого не удивляет. То есть три раза перестраивалась, а находит какого-то обычно, ну, наиболее там значимого царька какого-то местного, и все приписывают к нему. И хотя, может, это он был именно в самый последний, именно самая последняя именно кладка, может быть, это его рук дело, самая такая грубая, самая с большими зазорами, с большими там неровностями. А первая, самая, которая более совершенная, с гигантским блоком, она может быть задолго до него. Ну, кто его знает, как я уже говорил тысячу раз, скажу, что только машина времени может дать ответы на все вопросы. Всем советую посмотреть это видео.
Thank you.